Несмотря на будний день и рабочее время, поток верующих, желающих прикоснуться к мощам Святой Матроны, помолиться о здравии ближних, велик. Конечно, каждый идет со своими мыслями и просьбами в надежде на благословение в трудных жизненных ситуациях. И истинно верующий в эту силу получает поддержку. Это человек, который всю жизнь, при жизни, и сказала, когда я уйду уже с этой жизни, говорится, в другой буду, я все равно буду молиться за вас, и чтобы у вас было и здоровье, и счастье, и благополучие в домах, и в сердцах. День памяти святой в православном календаре 2 мая. Однако обращаются к ней за помощью люди не только в праздник. Матушки Матроне, матронушки, как любя называют блаженную в народе, молятся в болезнях, житейских неурядицах, когда не ладится с работой, учебой, жильем. Сила помощи блаженной Матроны удивительна. Наверное, поэтому не иссякает людской поток к мощам святой. Вообще, я вот почитаю, и вся наша семья почитает образ святой Матроны Московской. Всегда вот как-то где прибывают частички мощи ее, мы стараемся побывать там. Ну, просим у блаженной Матроны Московской помощи, благодати, здоровья. В иконной лавке можно оставить записку и цветы. Их блаженная Матрона особенно любила при жизни. В Бресте святыни будут находиться в храме Рождества Христова по адресу улица Краснознаменная, 73, до 16 февраля.